тебе рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок скопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, раки, фики, огня. Бегут белогвардейцы, задрав порточки, чистая публика и солдатня. Забыли приличия, бросили моду, то без юбки, то без носков, бьет мужчина даму. Мамалу гола. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как от поле падающей, на оба колена упал главнокомандующий. Ваше превосходительство, крести! Крести!